Сегодня в частных домах, офисах и квартирах все чаще можно увидеть кондиционеры. Учитывая изобилие климатической техники, становится ясно, что ее необходимо устанавливать и ремонтировать. Спрос на подобные услуги в жару значительно возрастает. Открыв бизнес по установке и обслуживанию климатической техники, можно неплохо заработать. Прибыль бизнеса в период летнего ажиотажа будет значительной. В мегаполисах в этом бизнесе огромная конкуренция. В регионах активно покупают кондиционеры, а в мегаполисах меняют на новые. Всю эту технику нужно устанавливать и обслуживать. Этим занимаются частники и предприниматели. Подобный бизнес имеет сезонность, и это следует учитывать. Начинать нужно с создания бизнес-плана. Есть несколько направлений бизнеса для начинающего предпринимателя. Это предоставление услуг по продаже, установке и обслуживанию. Создание фирмы, которая занимается строительством и монтажом оборудования и сетей, дополнительно предоставляя услуги по продаже кондиционеров. Строгая специализация по установке и обслуживанию климатической техники. По доходности третий вариант самый оптимальный. Для четкой организации и создания имиджа компании необходимо ответственно подбирать квалифицированный персонал. Сотрудники должны иметь опыт работы, разбираться в особенностях установки климатического оборудования и его обслуживании. Большое внимание следует уделить рекламной кампании. Это сотрудничество с магазинами за отдельную плату, создание сайта, разработка прайс-листа, система скидок. Необходимо проанализировать расценки на услуги. Так завышенная цена отпугнет клиентов, слишком низкая уменьшит рентабельность и приведет к банкротству. Первоначальная сумма для открытия бизнеса зависит от возможностей бизнесмена. Для начала бизнеса необходимо приобрести инструменты, расходные материалы, нанять персонал, оплачивать аренду и рекламные услуги, регистрацию и текущие расходы. Для старта бизнеса потребуется примерно $5000. При наличии заказов расходы окупятся за сезон. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.